Немножко продолжение того, как индульгируют часто люди по поводу там отмены, переноса тренировок. Посмотрели, там дождик идет, там, да? Ладно, что-то там холодно на улице, завтрашнего дня ночного и так далее. Вот то же самое и по поводу пропущенного, ну, допущенного какого-то времени. Например, человек выделяет для тренировки какой-то определенный час. Он должен встать в 5 утра, в 7, неважно, в 8, и в это время начать тренироваться. И он вдруг случайно проспал, или у него как-то появился форс-мажор какой-то, и он в это время не смог позаниматься. Все, он говорит, все, сегодня день прошел, тут обстоятельства непреодолимой силы, и я ничем не виноват, ну так получилось, все. И он пропускает тренировку. Не надо. В течение дня наверняка найдется время, когда тренировку все равно можно будет провести. Пускай вы ее не сделаете полноценную, пускай она у вас будет не 40-минутная, а 20-минутная. Но тем не менее вы ее сделаете, у нее все равно будет польза, однозначно. Вот. И тем она будет больше, может, не для тела, сколько для духа. А со временем вы и будете выделять очень легко время и, на полноценную тренировку. Выкраивать это просто. Нужно просто убить все хронофаги. Просто убрать из этого дня какие-то вещи, на которые вы были бы готовы потратить пустую время. И у вас накопится на тренировку. Я отвечаю. Я сам через это все прошел. Сейчас я очень легко нахожу тренировку время всегда. Хотя у меня масса проектов, масса работы. Но все получается. Вот и вам я тоже рекомендую. Ну пропустили, но пусть не получилось. Все равно не откладывайте это до завтра. Найдите время. Не получается один тип тренировки. Например, беговую, все, проспали или, не знаю, прогуляли. Или, ну, действительно, форс-мажор случился. Ладно, позанимайтесь йогой, позанимайтесь медитацией, позанимайтесь чем-нибудь еще. Но не пропускайте. Любой день не должен пройти без самосовершенствования. На всех уровнях. И на ментальном, и на духовном, и на физическом. А физическое – это залог. Нет оболочки правильной, не в чем будет или духу находиться. И не в чем будет формировать ни характер, ни духовную составляющую, ни ментальную. Ничего не получится. Поэтому оболочка требует отношения правильного. Однозначно. И даже с точки зрения эстетизма. Чем вам больше нравится работать? Или еще вам больше нравится есть? Из красивой посуды и функциональной, которая эргономична и действительно просто вызывает у вас восхищение, будь она новаторская, современная, или будь она старинная. Конечно, чем есть из какой-то, не знаю, там, чеплаги бумажной, из стаканчика пластикового кофе пить, или из хорошей чашки. Вот и то же самое. Вы даже напиток совсем другой почувствуете вкус. То же самое и тело. Если у вас, скажем так, оболочка для ментала для вашего хорошая, и ментал будет совсем по-другому у вас работать. И мысли будут совсем другие. Не зря еще Чехов говорил, что все прекрасно должно быть. Но тело тоже должно. Не в голову ставить угла его, но если его нет, то ничего не получится. Поэтому каждый день на развитие. Без индульгенции. Плачет.